Сейчас у нас один ретрик будет все время, кроме сурка, поэтому присты бейте взрывом разума. Олег, родной, это можно до ребра по фикашу? Я картошку почистил, надо ее порезать и замариновать. Иди. Аня, слаки. Все. Вот есть хант? Или можно без ханта пойти? Есть хант, или он уходит? Он хочет на хулипала зайти. Чего он добьется? Похилить великим войда? Танки нормально. Ты что-то пропадаешь, когда? Я говорю, тут танки-то нормальные. Да. Ханта особо и нет. Только на личе будет. Ну, такое, типа, и все. Заходит, я можешь по домашнему. Я в трех шаг добью, я пойду пока чайник поставлю. Все, пойду чайник ставить. Стойте, 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 дайте столик. Хоть штук дилей наберу, дайте столик маги. У меня уже достаточно таких предметов. У нас три паладина. Пока на данный момент. Я думаю, Маковей, ты поймешь, что ты каски не можешь уже бахнуть. А диплом прото? Ну, короче, топ-хил готов, можете вырваться. Дамаковей крест, айощик кулак и диплом каску. Пока так. Так, а что, будете тягнуть? Диплом. Вроде подтверждал. Вылетел, сейчас захожу. Джемми, ты тут еще? Просто 4 хила. Я хотел пойти только на лича, на профа. И на валитри. А, ну и на Синдрей. Четыре босса из 12. Нет успеха, да. У тебя нет успеха ДД на Джейми. Или как ты хочешь хилить?
Ну тогда так... этот воид спекнется в ШП с первого босса, а можно мне с собой пойти тогда? Мне хоть там токен один забрать? Или надо ШП? Все равно духов три совы забьют нормально в комнате. Джеми, ты идешь на хила или что ты пишешь уже? Что ты не хочешь? Да мне все равно как-то на ханта. По галочке его беру в рейды. И на леди тоже пофиг. Ну заходи на целую войд, похилишь, если надо будет четвертый хил. Ну у меня эрдру там бисовый почти. Я эрдру, кстати, лучше, чем хулипестом хилю. Ну им проще. Ой, Джейми, оставайся хантом, значит. Тут не все равно. Ты сам пишешь о том, что хочешь зайти похилить уже. Да пускай заход 4 будет паладина, будет проще им бафать. Половый хант. На сурка заходу подамажит, если ему надо. Че он там, хантон? Ивен, ты тут? Поставьте еще раз шкаф. Вот там кралька. Не знаю, я в ВК не заходил 2 часа. Походу она просила слот, но... Магой берем, да? Можно мида заменить. Ну, 5-8. Дамажит слабо. Можно поменять и хил мод сразу. Пусть она эршамой пойдет, а войд совой. Да и хилы будут четкие. Ну, как бы, два эршама, эрду. И войд себе подамажит. Ты ретриком будешь, да? Ну да. Ой, Ника. Один ты внешний саранит даю за 2 фласки на СПД. Есть у кого-то? Да, давай, давай, брат. Это ивент в обмен. А три дашь? С доплатой? За 1.5 дается. Ну, сколько? 100 голды доплачу, да? Да, давай. Пацаны, у меня только 2 фласки остались, себе только, остальные в банке. Сейчас стоит ретриалы. Да, у меня на другом персонаже в банке. Спроси, вон, наверняка у кого-то есть.
Прикиньте на сон. Еще раз. Еще? А, обычно, да. Насчет ССФ Максимус. Всегда кидаешь на старого коня, ягер на Войстерфолл. У кого стоит аура воздаяния? Поставьте на третью ягер, ауру. Повтори, пожалуйста, что ты говорил? По-моему, я говорил, что ягер на старого коня, СС Максимус на Войстерфолл. Угу, понял. Чек на бафы. Ой, Максимус, давай на старого коня, я, по-моему, просто перепутал. Даю. Подожди. Все приняли готовность? Кстати, вообще тут коле кому-то надо? Да, надо. А, кстати, Олег, такая просьба, я квесты хочу выполнить на Лане и Синдре. Ну, на Синдре оно попутно выполнится, а на Лане просто, чтобы Дарин он потанчил, а я вот... Хорошо. А я похилю холипалом тогда, если... На Синдре там я просто танчу, оно автоматически выполнится. Там же ради времени 5 минут дается, если не ошибаюсь. 6. За 6 минут мы по-любому убьем. Ну да, сейчас готов? Да, я готов. Все, макрос на пол пошел. Ром, ну ты бы напуривал тогда хотя бы, а? Давайте в шип играем. На ханте шип сзади. РДД развернулись, бейте шип сзади. Череп. А он не напуливает. Да, главное, Сирию выпросил, блять, а напулить не может. Давайте 5 шипы. Так, рейд во время вихря, стоим в центре. Там, где звездочка сейчас, танки разбегутся, ребро пойдет на танков. РДД бьют босса, милики, шипы в центре. Дэйв дал чешку, бейте шипы сейчас. Силы же пойдут в звездочку, отбегайте, отбежали. Отбегайте, служи. Лилия, давай гимн на отхил. Выйдите с лужи. Танк на шипе, сливайте быстрее. Дайте гимн на отхил хилика. Под босса все собрались, бейте шипы. Выбегайте с лужи. Шипы сыграли. Так мы верим. Отбежали. Бейте шипы и добивайте босса. Кто это сейчас сказал про Абери? Тот, кто сорвал сейчас босса случайно, заберите. Да что, я что-то как-то, Олег, не понял, что в Геру идете. Да, ты смотрю еще ФДК 5.8. Каким образом попал? Ты 5.8? Поэтому как бы и удивился, что Гера. Блин, я думал, 6.4. Есть другой чар? Другой чар есть. А что надо? Есть пал, есть хант, в принципе. Шипа есть? Тут слабый, он 5.7 вообще. Ладно, сейчас посмотрим. Кольцо на мейн. На офф. Бля, я сейчас напишу на хпала роль, забыл. Mm-hmm.
Чего вы так медленно рулите? Да поп. Старый конь, что ты умираешь на вихре? Мог бы себя захилить. Не, ну Олег, этот хоть 5,8, но лепит, походу, не хуже, чем остальные твои бойцы. Так, кто может в танк спекнуться на этого босса? Барин. Ну, ты 16, а не 16. Ну да. Ничто не может сломить. Ты почти догнал АДК 6 КГС. Ты. Я что-то думал, что вы почти фуловые. Ладно, давайте. Два БДК слева танчат, протопал справа. Даринон, ты ловишь моба с центра, который спускается с лестницы. Подводишь к остальному трэшу. Все паладины с пула сливайте ланжертенности по КД. Следите, чтобы скилл был на КД все время. Убираем сейчас магию. Молитва, защита от темной магии. Потом совы, прожимайте страфолы. До контроля ДК, прожимайте антимагию до контроля. Вроде бы все. Поставьте рыбу. Не могу вставить, нету рыбы. И забафайте мага. Смотри, рыба ты. Кто там еще? У кого еще был? Макарей, это рыба. Меня забафайте. А, друиды еще забафайте. И хила идем. А, гимн на хп у всех на КД? Да, на КД 4 минуты. Распределим метки, там сов много по контролю, там квадрат, трусы в месяц. А то будем одну контролить вместе. Ну давай, воет квадрат, алдрант, трусы, конскюрит, луна. Переучить контролем миликов, хантов, рок. Листы помогаем контролить, чек на пул. Староконь, диспель, проклятие. Милики слева, РДД справа бьют, погнали. Если одна из сторон не справляется, слева или справа, помогаем добивать. Первый танчит на второй фазе гил, на него на пул. Давайте в трэш сыграли. Трэш играйте. О, сложновато как-то. Сейчас будет контроль 5 секунд. Смотрим за лучами, контролим людей. Смотрим. Расконтролили. Я законтролил квадрат. Когда кто-то в контроле, мы не ауешим. Стопаем дамаг ауе скиллами. Все, переключились в трэш. Начнется вторая фаза, выйдет сразу трэш. Будем играть в трэш. Контроль скоро, смотрим. Как думаете, переведем? Да. Расконтролили людей, квадрат, эрдру. Квадрат законтролить. Переводим босса. На пул на гилда. Начинается вторая фаза, все переключаемся в трэш, набираем рейндж 8 метров, следим за духами, отбегаем от луж. Служи, выйдите, 3 хила, а не 5 у нас. Так, вышел трэш, играйте слева в трэш. Следим внимательно за контролем. Паладин, обновляйте капли, антимагию, ДК, совы, звездопад, контроль через 7 секунд. Вышли духи, отбежали от духов. Убегаем от духов. Уже вышли, сейчас будет контроль.
Расконтролили квадрат контролю, расконтролили остальных людей, никакого АОЕ дамага. Айоши, прожми бабл. Там просто БДК зафирили. Плохо. Я нажал нормально. Так, напуливаем на Даринана, если что. Выше ли духи, отбежали от духов. Так, играем все в трэш, с лужи выходим. Бьем трэш. Скоро контроль. Стопаем АОЕ дамаг. Вышли духи. Давайте, отбежали от духов сейчас. Контролим людей. Отбежали от духов. На пол на Даринона. Даринон, набивай агро. А, Даринон в контроле. Давайте, контроль квадрат луну. Следим сейчас за агро. Гелда 5 стаков. Вышли с лужи. Старакон, поднимай Алдерана. Отбежали от духов. Выйдите с лужи. Староконь, ты тут? Подыми Алдерана 4-й пати. Отбейте трэш, отбежали от духов. А, Войд, подымай Алдерана. Все, не поднимаем рассвет. Нет, почему с раскол? Войд, подымай Элвима. Вышли с лужи, отбежали от духов. Меч, если снять раскол, не бей босса. Жми. Контрольте. Подальше от босса. Стопаем АОЕ дамаг. Выйдите с лужи, выйдите отойдите от духов. Хилы в контроле. Лилия, сейчас сорвешь, не подходи близко к боссу. Лилия, прожми уход в тень. Выйдите с лужи. Отбежали от духов. Играйте в трэш. Максимус, прожми раскол. КД раскол. Действуй. Давай глыбу, копий, инвиз. 500 тысяч добили. Ну да, там Даринон либо не набивает агро, либо хан не напуливает. Но там он не смог. Он в контроле по КД. Когда контроль обнуляется, там он не смог никак бы набить. Ладно, я понял. Да, у меня по КД летал в контроле. Странно, что Айоши не было вообще в игру листе и как-то сорвал. То есть не отображал все. Он прожал неистовство начал. Я понял. Были Лидия, Максимус и Сфукс. А сорвал Айоши. Циркуль. Может, у него неистовство включено в контроле. Не, имею в виду, что не отображалось. Ай, ладно. То есть его игру не отображалось, что он там врывается. Усмиритель небес. Дринк труп мутанада. 155 гп. Там, по идее, бой сразу был. Как мы добили тех. Дайте потом хатки, пожалуйста. Все, все, спасибо. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня
Мы будем биться со смертельным... Забафайте, пожалуйста, рейд. Люди падали. Каску по себе, паладин. Спасибо. Вы видите, что это там вдалеке? Давай, будука. На нашем корабле. Нет, не помню. Надо... Тебе надо что-то с лута? Да. А, блин, она рядом со мной стояла. Ты че, блин? Нельзя же под мордой стоять. Нет, я только перелетела туда. Так ты можешь сразу перелетать в пусту. Прилетать надо левее от босса. Там танчится мурадин. Не запускайте сурка, просто зайду на ретрика сейчас. Как крылья баф называется? Гнев карателя. Да. Колье. Бой, по идее, да. Но второй звездопад ты тоже должен, получается, не потрышь поражену, мать. А как откатить са, 30 только потрыш. Где у кого есть лишняя фласочка на ап, или я или призовите? Узнаем, узнаем. Поставьте селедку, пожалуйста. Ты Рэлла зачем мне отдал? Тебя Винс не пустит. Угу, кстати, да. Дайте, пожалуйста, простам бабу. Что ты говоришь? На картобу зайди. Там Рэл у тебя. Я зашел реанималом. Ну, попробуйте смануть.
ты в инсте его оставлял? Да. Дайте бафу. Ладно, сейчас, подожди. Надо все равно перезайти. Я его кину сразу, как закончится на тебе крылья. Ага. Посмотрим, сколько ретрик даст. Кем он давал 22к? Котом, что ли? У, когда это было-то, блядь? В адептах еще. Кинь ревневала пока в пати. Можете запускать сурка. Запускайте сурка. Кортра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что! Присоединись ко мне! Какой сейчас еду на ретрика профитнее кушать? Все. Рыбу? А не рыбный пир, а СПД. Хотя... Ты же СПД получаешь наложен на экзорцизм и все прочее. Да, там очень мало урона. Печать разве что. Поставьте кастал. Место ретро. Нахрен вообще включает. Дайте бафы по ретрику. Че еще не баф? А, перестабав еще. Бейте, пожалуйста, все трэш. Два хила у нас. Только буду молчать. Слишком сложная тактика на этом боссе, чтобы дать ДПС. Сколько до конца боя? О, у кого-то есть зелье быстроты? Две штуки. Старик, ну что ж, герои? Сейчас ласка на ап есть? Давай кидай. Да уже поздно. Прожевал крылья? Да. 10 секунд. Все, прошли крылья. Диплом. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Извинитесь, слуги мои. Земля обогрится важной кровью. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Земля обогрится важной кровью.
вашей кровью. Приземлитесь, слуги мои. Земля обогрится вашей кровью. Пацаны убьет. На кролике мог, я уже вырос. Он застанет был, он не был. Да. Ну короче, 16-30. Бля, козырь хорош. Что могу, не знаю. Ну, козырь хорош, красава. Ну нихера козырь дал. Вообще красава. Каким образом? Мы похороним тебя. Почему я дал 17.56, а Ющи 19.6? У меня буря на проколо, смотри, дамаг. Тебя не на проколо, у меня на проколо. Ну там, вот, блядь, на 70 тысяч разница. 340, нормальный ДПС. Кто на осколке? Иксы кому кидал? Бред какой-то. Клинок на мейн-рольте, ФДК там, кто-то лидершип или кто там, надо клинок? Да, надо, мне надо. Ай, Богдан, ты банки прожимал? Конечно. Блин, почему я с истерией с триксами дал столько, как и Маковей? Зачем ты банков отменяешь от шемки? От чего? От шемки баф отменяешь? Нет. А я отменяю. Че это дает больше прока бури? Она прокает за 2 ГКД и заново идет удар хаоса этот. Токен защитника надо кому-то, шаману? Вары. Ну, в принципе, на а что, там никто не нужен токен, да? Давай. У меня эти стаки. Ну плюс я эту буревичину, короче, съел. Да на хивня. И у меня так получалось, что стаки, короче, под трэш там нормально. Ну, они режутся все равно, но типа. 11к это херня. Че, ты не будешь больше призы ходить, да? Нет. Какие-то мало, да? Да. Да, это позор. Можно паладином гулять. Джерион. Наверное. Зачем тебе удалять? У тебя холи пал. Да, Лорелла там. Блин, гоните еще раз ДПС. Богдана, во время трэша ты не отменял прок? Отменял. Не надо. Блин, 300 тысяч больше надамажил и без истерии, без триксов. Это как? Это Юша сейчас твоему помог. Да читера они, ебаный бля. Так же, как я варом дамажу, блядь. Какой-то гусь 20к дает. 18. Вот, я не фуловым 18 только что дал. Да я тоже не фуловым рокстаром ходил, варом Кирилла тоже и 20 давал, 19, 18. Кстати, 340 рейдовый, неплохо. Ну, я и говорю, 340. С учетом, что у нас там... По 5,8, по 6к. И Хилика с пула умер. Да, было бы 350. И это по трэшу. У него проклятие хаоса на 60 тысяч больше, буря на 90 тысяч больше.
меня критовые еще за эти есть. Которые, кстати, Даня тоже сейчас выбивает. У меня они тоже есть. Они вроде как лучше, но я не уверен. Не справишься, просто пала. Пишела. Сты, палы, диспельте, хилов нету с... ну, стоп. Проще надо идти. Не, ну козырь что-то хрена дал. Угу. Теперь он лучше для... Теперь он топ, топ 1. Рок. Да те все же с истерией, что у нас там были. А это, потому что без истерии 19 был. 5 был. Это просто рейд, как бы ДПС это большой в рейде. Роки хорошие. 350, считай. Ой-ой-ой, забери. Это этого большого сыграл? Ну, кого же еще? Я что-то уже не заметил. Альфа чуть очень мало дал. Не, пока отойду на минут. Так а на кого перезаходить-то дали? Тоти есть. Смотри. Про, блядь, Ретрик 6-7, Хант 6-2, Крох 6-1. Ну, в принципе, остальное все такое меньше 6. Не знаю, есть ли смысл вообще уже. Да, но там что-то, скорее всего, у тебя, потому что... Ну, к тебе не бисовый пал, всего на 1000 отстал. Ну. Ну да. Просто у тебя что-то не прокнуло, или ты что-то не так там нажал, ну я не знаю. А ты, кстати, Богдан, молот гнева, как в приоритете ставишь? Ого. Так что решили, Олег? Оставайся под командой ДК. Ты свой не дали, да? Мне приоритет Джага, Буря, потом этот молот. А ты, Богдан, как прожимаешь на экзекуте? У меня он на четвертом месте, типа, стоит, ну как... То есть а, ну, у меня правосудие, правосудие, буря, УС, и тогда УС, уже только да. Этот. А ты говорил, там тестить хотел, тестил? Кого? Ну, ты тестил на манекене с УХП? Не, он, короче, не работает почему-то. У него я до 0 хп довел, и он не прокает. На тесте? Да, на манекене вообще не прокает хп. Поднимите, пожалуйста. Странно. У тебя кулинария прокачана или нет? Нет. А у кого прокачана, пацаны? Тебе потом дам. А вторую ловушку запустили вот, слева, которая... Ленточку разрубили. Козырь. А, одну снял, все хорошо. Вольте. Дай этого... Лутера. Это у тебя РЛ.
тыкните. Так, три совы на рейндж. Два ШП. Рифари. Хант. Протопал. И Африк. Африк это Максимус. А какие три совы на рейндж? А, Максимус, ты под боссом будешь. Четыре совы. Понял. Я забыл, а у вас что здесь четыре совы оказывается. Дайте бафы по кресту. По фаре поставишь, что ты на силу природы. Здесь я подожди, добегу, подожди, подожди. Старокон готов. 300 баф еще дайте. 300 баф дайте. Бежали за спину. Выходим с лужи. Большой слизень через 7 секунд будет, заберешь. Кудесница, встань звездочку. Забирай. Максимус, выходи на рейндж. Я кожу прожал даже. Ты далеко от меня подходит. Я не могу достать прохилить. Мы перебежали. Альдран, выбегай. Кожу прожимай. За спину перебежали. Ну уже появляется, вы бежали. Лилия, прожми уход в тень. Лилия, прожми уход в тень. На тебе добав висит. Служи, выбежали. Забью вас четверых. Перебежали за спину. ШП с кантом охуенно стоите вместе. Забираем слизня. Сфукс, выходи на рейндж. Гейм над хил, да, или два приста? Разбежались к стен, взрыв. Слизень рядом. Прожми сакру диплом. Отбежали далеко. Захиливайте на рейнже. Так, Сфукс на рейнже, Максимус тоже, все остальные под боссы. Бля, ну сказал же. На рейндж выйдите, те, кто стояли, плюс Сфукс и Максимус, за спину перебежали. Я на рейндже, Олег. Кудесница, на рейндж выходи. Забирай большого слизня. Перебежали. Гуси какие-то на рейндже опять. Да-да-да, перебегает этот по полкомнаты. Ты про меня? Не знаю, у меня две совы пробежало. И короче, короче, вот где какой-то ШПС, где мой ПЭ там стоял. Ну, сука, я могу, в принципе, прибежать, да встать и заблевать вас. Я пробежал дальше, как бы, мог бы встать. Это вы должны, блядь, перебежать, когда бегут от служи. Видел, такие кузни стоят. По них два человека становятся.
Один дальше, один ближе. И когда выливается лужа, ты делаешь два шага влево и два шага вправо. Ну, тогда посчитай. Все. Не есть. Надо перебегать по пол комнат. Есть ШП, есть Хант, есть еще рядом ДДС какой-то там стоял. Вот и считай, куда они будут вставать. Две кузни. А сейчас сразу правило вставать по два человека. Ну я и смотрю. Три кузни, вход. Всегда два человека у входа, два человека слева, два человека справа, два человека за боссом. Все. Я побежал по кругу, потому что они не двигались, вот и все. Могу встать в следующий раз, заблевать их. Они же не двигаются. По идее, ты своих соседей вообще не видишь. Ты видишь только человека, который рядом с тобой возле кузницы. А шо вы не шкафуете? Шкаф, блин. Бьем, бьем, шкаф. Это все, по идее. Гладко было на бумаге, да забыли про враги, блядь. Идея ваша, блядь. Ну хер знает, с Альфари стоял, никого не забивал. Ну а с другой стороны, видел, что было? Есть рыба? Тоже так, да. Никого не забивал. Чек на баф. Могу еще дать, кто-то поставит. Давайте пристабав, лапу, интеллект. Рома минутку просит. Споры в метки носим. Аудасиус. Я всегда готов. Фу, пошел. Опять Рома не напулил. Рома, я не буду усилию тебя кидать, если не будешь пулить. Кидай на рогу. Не то верно, блядь. А. Да, молодец, еще в Даларан портанист. С этой спорой. Видел, как пробежал мимо споры? А как если метки надо снести? Ну все правильно, сына. Ну да, спор, значит, тупая. Дракон, ты что, под мельзоны хилишь? А всех лагает? На удивление нет. Ребус не крупнул. Скиньте диплома. Дал ему каплю. Ну так он с резками прижал. Давайте мастера Руш, Претрики, Протопал, Сакру. Thank you.
Маус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я и на ретрике яблока. Рома, ты укус перевешиваешь под прогнат 10? Надо. 15% урона. Ты увидишь урон от укуса на весь бой и от химеры. Окей, пошли. Не, ну я просто смотрю, что-то, ну, как-то, ну, слабовато. Че, это, слышишь, че, пацан, че ты не курил? Че со спорами-то? Я неправильно сделал. Я все правильно сделал. Ты правильно подбежал к шаману с меткой. Ну, все правильно. Это я напиздел на тебя просто. Говорю, товаром продаю. Спек, мне сейчас верну. Войд? Да-да. Да, секунду, может, не умею. Купол рейда не умеет, можете. Вы не вряд ли втроем за хилем без ДЦ. Так, Макэй, ты сможешь дать боб на первой переходке на цель красного слизня? Надеюсь, сможешь. Твоя задача. А Йоши на второй переходке. Альфари, поставь тотем на силу природы. Чек на пул. Стопаем дамаг. Скажите, пожалуйста, Локи, кому красноязычие покидает? Да, да. Давай ты на красного, а Ягер на зеленого. Хорошо, понял. Ты диплом иди принесли. Погоди, не пей, не пуляйте пока. Туман. Что ты? 50%. Ну иди выпей, мы как раз похлопаем тебя. Эрдру, хотать его, пока он пьет ману. Все, пуля от босса. Новости, народ. Там чумы, которые уничтожит весь Азерот. Пружинки на переход оставляйте, забыл сказать. Давайте по профу. Идем зеленого. Милики, становимся в квадрат. Бейте все зеленого слизня сейчас. Милики, в квадрат становимся. Если вас откидывать, идем в РДД зону потом. Отбежали в РДД зону, милики. Отбежали от слизней. Сбежались в череп. Переводим босса. Следим сейчас внимательно за своими дебафами. На ком зеленый дебаф к столу подбегаем. РДД с красным дебафом бьем красного слизня. РДД с красным дебафом сбежались в цель зеленого. Так, смена цели сейчас красного будет, внимательно. Сбежались в череп. Красный, в череп не сбегаемся. Смена цели красного. Красный выбирает таргет. На мине, дайте боб на кордобу. Ух. Везет. Идем дальше. Пельмени. Двигайтесь лево-право. Выйдите с лужи. Выйдите с кол. Пельмени отбежали лево-право.
Играем в красного слизня. Нелики в красного. Колбы. Колбы, оббегайте. Не бегите сейчас на профа, колбы там, оббегайте. Так, РДД, набирайте максимальную дистанцию от зеленого слизня, сейчас появится. Милики, становимся в одну точку с квадратом. Сейчас пойдут пельмени, отбегаем в звездочку, отбежали в звезду. Набрали максимальную дистанцию от зеленого. Милики, отбежали в РДД зону. РДД, бейте зеленого. Отбежались в черепок, сейчас будет лужа, отбежим от лужи. Отбегайте от лужи. Пельмени, лево, право, бежали, колбы. В колбах не стоим. Ждем, пока тут, тут босса. Стопаем по профу, 5% до переходки в красного, играем. Отходим от пельменей. Лево, право, отбежали, играйте в красного. Все в красного сыграли. Макэй, это ты кидал на меня, Боб? Да. Окей. Давайте переводим профа. Сейчас колба будет. Отбежали от колбы. Не стоим в колбах. Все к столу отбежали. Напей лужу в центре. Все, давайте. На ком зеленый дебаф к столу. Не зеленый. РДД встали в цель зеленого. Бейте красного. Отбежали, блин, не веди красного в РДД зону. Но все сбежались в черепок. Смена цели красного. Внимательно. Я уже дал Бог, убегайте, он догонял его. Смена цели красного. Далеко. О нет, о нет, нет. Повезло. Кстати, красава, а сообразил прожать эту руну. А кто еще боб ему кинул? Три бопа, если это разрыв было. Диплом, забери босса, прожми срезку и забери босса. Ладно, давайте. Кидай на гелда. Снимай. Выйдите, служи, сейчас колба появится. Поднимите людей. У меня ничего не выйдет. Ждем сообщения. Завоеватель. Ничего так, хпсик. Десятка. Включай ауру скорости. Че вы там линкуете? Да, вот там Хант пишет, что делает ДПС, слизней вообще не бил. Сейчас посмотрим. Да, он нормально набил. Слизни. Красного набил почти 200. Прям 200. Значит, что он его пишет, не помню. А, у меня, наверное, вообще высится. У тебя что-то не то там. Ты урон, наверное, получил. Нагрите следующий этаж. Я за контролем центральным. Да не надо. В сову можно, да? Да, да, ну что, чего? Звездочку играйте. Привет.
Здорово. Извини, я ждал одного только линканул. Слука у вас? Да. После слука что будет? Да. Пойду тогда в магаз схожу. Пока. Топ. Кому-то надо кировская печенька завоеватель. Кидай троих. Пошли поконтролим дальше. Кресты, совы пошли за мной. Так, звезда. Кружок. Лилия. Войд. Квадрат. Конскюрит. Череп. Ивент. Крест. Луна. Айоши. Идите, контрольте. Так, остался кружок. Давайте в кружок тогда. Ставьте тактики в контроле. Так, играем. Нет, звездочку играем. Точный стан, Маковей. Агрити квадрат. Так, звезда Хилика, кружок Лилия, ромб Войд, трусы Конскьюрит, Айоши, Луна, Маковей, квадрат. Зачем вот Ханты сделал это сейчас? Играйте звездочку. Тактика Луна в рейде. Нагреть кружок. Давай, Маковей кружок стан. Трусы Айоши стан. Играйте в кружок. О, блять. Давай. Магика. Лицо, да, нефть без. Спас Войд. Набиваем кружок. Играем в ромб. Есть точный. Точный стан в ромб. Трусы заберите с рейда. Чек на бафы. Дайте бафы повару. Кто еще падал? Не помню. Повару каску по себе. Значит, бафы тирает. Чек на пол. Каску по себе, паладин. Каску дайте там. Спасибо.
Лак повару. Кинь. Мы идем пулять босса. Кто, кстати, на двоих? Я. Да, напуливайте Талдрама на Геода. У нас нету сейчас ДЦ в рейде, поэтому набираем дистанцию, внимательно следим за вихрем. Ставьте ауру на огонь. Плом дашь священную жертву на первом вихре. Так, вихрь, дистанцию набрали. Снова дистанцию набираем, будет второй вихрь. Давай, это не дистанция. Смена цели, скоро смотрим. Рейндж набрали, вихрь. Попросил же набрать рейндж. Бейте келя точечно. Конь, поднимай ягеря, Алдеран, поднимай с Фукса. Я втором подержу, правый бей. Второй дальше. Вставайте. Забафаем лока и мага. Каски по локам, по магам, пристабав лапу, интеллект. На Талдеране будет рост. Лапу дайте. Дистанцию набрали от Алдерама. РДД хилы. Ой, стой, не двигайся. Прольется кровь. Моя чаша полна. Насладитесь. Мина цели, Валанар, дистанцию набрали. Диплом прожми сейчас сакру. Поднимайте кинетика. Кинетика падает. Ягер, не двигайся. Поднимите павших. Блять, скриньте эту хуйню, нюхайся, воет первый, ебать. Нахуеть. Скриньте эту хуйню, нюхайся. Можно расходиться. Хоть где это, блять? Давайте заново по пороге, по-моему. Прикиньте свысока, с первой строчки рекаунта смотреть на всех этих людей. Там смотреть это.